«Горячие реки». Это наш абсолютный бестселлер. 17456, номер лота. 1990 рублей цена. Ну что, давай с тобой рассматривать. Честно тебе скажу, что этот обогреватель был у нас в эфире. Я просто не успела заказать. И папа, мой папа, который все лето живет на даче, у нас там есть водопровод, но нет горячей воды. Он мне заказал, чтобы как только появится, чтобы я такой водонагреватель приобрела. А папа, знаешь ли, мужчина-то опытный, поэтому плохого не посоветует и не пожелает. Поэтому, конечно же, мы с вами имеем дело с брендом Атлант. Это предложение от этого бренда. Он американский, из, как говорится, United States of America. Там в городе Атланта и появился бренд, который специализируется в чем-то именно на подобного рода обогревателях. Даже целая линейка была представлена на нашем телеканале. Один был, значит, подороже, так, с экраном, таким дисплеем. В данном случае модель без дисплея, но он вам и не нужен, потому что основная функция здесь работает очень и очень хорошо. Мы можем, кстати, ее пронаблюдать сейчас, принцип действия, на этой вот коробочке. Вот, обратите внимание, как же все происходит. Мы подключаем к абсолютно любому крану. Нам нужен источник воды, нам нужен шланг. Он может быть либо в виде водопровода в вашей квартире, либо в виде водопровода с водокачкой на вашей даче, либо даже если скважина или колодец с насосом, этого тоже достаточно. Подключаем наш с вами водонагреватель. Дальше вода, мы видим, с такой синей струей подключая, проходит сквозь водонагреватель. Дальше видим характерную спираль, которая нагревает. Она управляется нехитрой, прямо скажем, такой вот микросхемой, но это все вас не касается. Самое главное, что дальше мы идем выше и видим, как из крана уже горячая вода поступает к вам в ладони, к вам в руки. И вот небольшой нюанс. Справиться с установкой абсолютно любой член вашей семьи. Конечно. Даже я, блондинка, справлюсь с этим водонагревателем. Ты блондинка, потому что подключать вот этот водонагреватель очень и очень просто. Тебе нужно просто вилку воткнуть в розетку, а дальше включить воду. Все. Все. За сколько времени произойдет нагрев воды? Мне нужно ждать какое-то время, пока вода разогреется. Практически моментально. Ну, 1-2-3 секунды, когда уже вступит в действие сам по себе механизм нагрева. Это здорово, это здорово. Причем температура воды, она может достигать даже 85 градусов Цельсия. Представляешь себе? У тебя в кране в Москве 60 с небольшим, а здесь у тебя, может быть, на даче за городом 85 градусов. Потрясающе. Мы можем не только вымыть руки, мы можем искупать своих детей, мы можем постирать, в конце концов, вручную. Кстати, между прочим, я знаю, как много стирки образуется летом на дачном участке. Если у вас маленькие дети, то вот такой вот обогреватель вам просто-напросто необходим. Скажи, пожалуйста, работает у нас водонагреватель от обычного... От обычных 220 вольт, как говорится. Вот она, розетка. Евростандарт. Я думаю, что теперь такие розетки и есть, в принципе, в каждой следующей квартире, на каждой следующей даче. Даже если у вас к рукомойнику или там, где вы собираетесь мыть руки, не проходит, предположим, электричество, просто удлинитель бросили, воткнули, все, горячая вода. Но все удлинитель-то просто. На даче у вас, скорее всего, есть. Все очень просто. С помощью вот такого вот водонагревателя вы сможете приготовить еду своим любимым близким. А вы можете постирать, вы можете вымыть руки, да в конце концов вымыться сами. Ну, давай поговорим не только о даче. Мы знаем, что часто у нас в городах бывают профилактические работы. Звучит тревожная музыка. Да, но тревожная музыка звучит скоро, я думаю, абсолютно в каждой городской квартире. И знаешь, на чем сыграет эту музыку? На тазиках, которые мы будем таскать из кухни в ванну, из ванной в кухню. Теперь и так вот нам не нужно этого делать. Никакой трагической музыки, никаких тазиков. Забудьте об этом, ведь у нас есть водонагреватель. 1990 рублей. Такая цена только сегодня, только сейчас. Вы сможете сэкономить 2000 рублей. Кстати, звонок абсолютно бесплатный, поэтому успейте воспользоваться вот таким вот шансом. Итак, шанс на самом деле вот он в ваших руках. Если честно, установка бойлера какого-то за городом стоит беснословные деньги. Сам себе бойлер стоит гораздо дороже. Плюс еще установка. Чтобы была бесперебойная подача воды, лучше поставить еще небольшой насос. Даже самый маленький простой насос стоит 3000 рублей. В общем, здесь в двадцатку можно легко попасть. А здесь в 10 раз дешевле у вас уже непосредственно вот, пожалуйста, вот некий объем, причем достаточно большой, горячей воды, потому что вот проточный водонагреватель. Он, кстати, достаточно сильно отличается от тех водонагревателей, которые были 10-15 лет назад. Почему? Да просто потому что технологии изменились. Все то, что раньше занимало много места, сейчас помещается вот в этой небольшой колбе, ну, диаметром, не знаю, 5 сантиметров. Вот, посмотрите, пожалуйста, она миниатюрная. Выглядит, на самом деле, это тоже эстетично. Вот, согласись, вот, если вот такой вот, например, у нас обогреватель будет весь год в ванной комнате, либо на кухне, это смотрится вполне себе эстетично, подойдет абсолютно под любой интерьер. Ты знаешь, у меня был на предыдущей квартире нагреватель, он находился в ванной. Это был вот такой вот короб, который был подвешен к потолку. И на самом деле, когда мы пользовались этим обогревателем, ну, пользовались буквально там 2 недели, вот когда отключали воду, струя была настолько тонкая, насколько
она была скупая, скудная струя, что под ней даже невозможно было вымыться. Самое интересное, работал он какое-то время, потом он просто-напросто отключался, механизм. А есть люди, которые годами живут с такой системой, просто потому что они живут в квартире, правильно, с газовой колонкой. Там о горячей воде можно только мечтать. И вот, пожалуйста, такая теперь альтернатива для вас. Что касается скудной струи. У нас, с вами полноправная струя проходит через наш с вами водонагреватель. Выходит она через рассеиватель, который находится здесь. Да. Вот она, пожалуйста, кстати, если вдруг что-то будет вдруг какой-то будет проблема, скажем, будет меньше поток, вы всегда можете взять, снять вот этот наконечник, прочистить, потому что, ну, иногда бывает такое, что всякая разнообразная известь, она скапливается и засоряет механизмы. Но даже в этом случае мы с вами имеем защиту от производителя, который, кстати, американский, это американский бренд Атланта. Вот, посмотрите, пожалуйста, если мы сейчас вот в нижней части основание отвернем, у нас с вами даже в этой части есть, внимание, обратите, небольшой фильтр, вот такая сеточка. Это фильтр грубой очистки, который основные такие большие частицы, если это загородный, песок, например, песок, да, металлы, ржавчина, большие куски извести не попадают непосредственно в сам водонагреватель. 17-456, это номер лота. Дорогие друзья, позвоните прямо сейчас, сделайте свой заказ. Вещь необходимая на любой даче, во-первых. Вещь необходимая в каждом городе, в каждой городской квартире. Дома, пожалуйста, в гараже, если у вас есть гараж, сарай какой-то, установите вот такой вот нагреватель. Как сейчас нам хочется помыть руки в теплой воде после каких-то работ? Вы, пожалуйста, вот такой вот нагреватель подходит абсолютно на любую трубу. Даже я, женщина, легко и просто смогу установить вот такой вот нагреватель. 1990 рублей, это не цена, это просто подарок. Сегодня у нас экономия 2000 рублей. Обратите внимание, экономия больше, чем цена. Только сегодня водонагреватель «Горячие реки» от компании «Атлант», американского бренда. Ну и еще, кстати, вопрос мобильности. Например, мы с вами находимся за городом, и зачастую люди говорят, хочу поставить себе рукомойник не там, вот где-то в сарайчике, в хозблоке или в доме, а вот поближе к парнику. Все, что вам нужно возле парника, это, ну, во-первых, на самом деле, пространство, куда будет литься вода, просто шланг и просто вот, пожалуйста, электрическая розетка, которую можно вот так вот удлинить. Выкинуть из дома удлинитель. Да, это все очень просто. Тем более, что в данном случае мы с вами имеем дело, ну, это 3/4, на самом деле, диаметр. Резьба абсолютно стандартная, просто, ну, еще и латунная ко всему тому же, поэтому достаточно долговечная. Без фум-ленты, без льна, я думаю, можно даже, вот, ничего страшного, просто... Что ты сейчас сказал? Просто приверните гайку, которая есть на вашем шланге. Если тут со шланга будут проблемы, ну, ничего страшного. То есть, скорее всего, есть все то, что есть обычно в обиходе. Если рядом есть мужчина, вообще никаких проблем. Скажи, пожалуйста, я вижу, что у нас здесь всего один кран. Как мы управляем? Вот что это за ручка? Как мы управляем? Как мы настраиваем температуру воды? На самом деле, одной ручкой мы управляем и в одну, и в другую сторону. Изначально это даже, вот, может быть, не просто водонагреватель. Это может быть просто кран холодной воды. Вот у нас с вами есть градация синего цвета, есть градация красного цвета. Поэтому, когда мы поднимаем с вами ручку вверх и идем, точнее, простите, вот идем в сторону синего цвета, вот вниз мы опускаем ее, приходим к максимальной синей. Это холодная вода. Водонагреватель не работает. Возвращаемся в другую сторону, приходим в нулевую позицию, после чего идем в сторону вот холодной воды, да, вот видите, метка и холодная. Вверх холодная, вверх, вниз горячая, посередине теплая вода. Вот вообще, молодец. Прям одним словом все сказал, пока я здесь расплывался. Да. Да, действительно, одна ручка, два вида воды. Тем временем у нас продано 37 обогревателей. 37 обогревателя буквально мы продали за несколько минут нашей презентации. Молодцы. Вы молодцы. Конечно же, да, эти обогреватели, конечно же, сейчас в преддверии дачного сезона пользуются невероятной популярностью. Ну и в городской квартире, вот у меня, например, буквально вчера я выхожу из дома и вижу на дверях лифта объявление, что с такого-то по такое-то число на 2 недели в вашем доме отключат горячую воду. Как мы будем жить? Конечно же, я приобрету с удовольствием вот такой вот обогреватель, который не только не испортит интерьер, а даже украсит интерьер моей квартиры. 1990 рублей цена. Приобрету себе и для своего папочки любимого. Пап, кстати, привет, я тебе на дачу уже один отложила. Ну вот, например, еще одна может быть ситуация. Вот у меня на даче стоит бойлер, но сейчас сломался насос, и у меня действительно проблемы. Мне нужно как-то обеспечить семью горячей водой. Я вот выбираю для себя горячие реки, потому что когда я перейду к монтажу более-менее серьезной какой-то системы, дорогостоящей, ну, мало ли там я фанат, то у меня есть в любом случае вот такой вот как минимум запасной, а для многих основной вариант как источника горячей воды, то это, конечно же, очень и очень здорово. Что, опять-таки, мне очень нравится, то, что устанавливается он очень быстро. Вот просто нужно шланг подключить, один шланг. К смесителю обычно ты подключаешь 2 шланга, горячую, холодную воду, еще какие-то провода, еще какие-то краны специальные. Здесь один шланг с холодной водой, который приходит непосредственно в водонагреватель.
нагреватель. Всего лишь одна розетка, которая подключается к сети вашего дома. И вот, пожалуйста, у вас горячая вода в том количестве, в котором вам необходимо. Ну и мы видим, что управление всего лишь одной рукоятью. И справиться с подключением, ну если даже не пожилая женщина, то, как правило, бабушка сидит с внуками, а уж эти точно разберутся. Ну да, кстати, ваши родители сидят с внуками на даче. Приобретите им вот такой вот обогреватель. А если у вас, например, на даче нет горячей воды, ну и просто-напросто в резерве такая вещь должна быть всегда. Потому что у нас, например, часто отключают, например, горячую воду. Особенно часто это приходит, бывает в городах, бывают профилактические работы как раз в июне месяце. Две недели, казалось бы, немного, но две недели провести без горячей воды, поверьте мне, это очень много. Не постирать, не помыться. Ну и вот с помощью такого обогревателя вы будете себя чувствовать круглый год защищенным. Кстати, потрясающий подарок, например, если вы собираетесь с друзьями на дачу. Причем, посмотрите, можно не обязательно устанавливать в раковину. Я опять-таки уповаю на мобильность. Да, было бы здорово, наверное, поставить вместо смесителя, который находится у вас уже, скажем, в городской квартире. Я так и представлял. Но, с другой стороны, вы можете даже вот на любую столешницу, на любую ДСПшку, знаешь, дверь приоткрыли в шкафчик кухонный, подключили такую, что различные варианты могут быть, благо, что он действительно мобильный. Кстати, не нужно пользоваться при установке вот большими газовыми ключами. Обычно вы приходите, вот, ну, вот такая булава есть у сантехника, он приходит, вы его сразу боитесь, понимаете, что он профессионал. А на самом деле дело не в газовом ключе, а дело в том, что вот, например, у этого водонагревателя она пластиковая, но не надо этого бояться, это вот достаточно высокопрочный и многоразовый пластик, и эту гайку вы можете подключать, вы можете просто завернуть голыми руками, без ключа. Поэтому везде есть, где есть водопровод, есть беспрерывная подача холодной воды, и везде есть подача беспрерывного электричества, у вас есть горячая вода. У нас осталось 30 секунд для того, чтобы сделать заказ. Продано 86 вот таких вот замечательных обогревателей. Сделайте заказ прямо сейчас. Напоминаю, что у вас абсолютно бесплатный телефонный звонок из любого уголка России. Если вам нужно немного подождать, ничего страшного, у нас абсолютно бесплатное ожидание на линии. Самое главное, платить не нужно сейчас. Потом, после получения водонагревателя, вы только оплатите свой товар. 1990 рублей – это не цена, я считаю, это просто-напросто подарок. 17456 – это номер лота. Запишите или запомните этот номер. Водонагреватель «Горячие реки». Старая цена почти 4000 рублей, но мне вот сейчас подсказывают, что очень много у нас телефонных звонков от наших телезрителей, и наши телезрители просят еще остаться хотя бы на минуту на этом обогревателе для того, чтобы задать тебе еще вопросы. Оставайтесь, остаемся. В мире горячих, в мире, где всегда есть горячая вода, где 21 век, где все, а тазики исключительно для того, чтобы там дети в теплой воде плескались, а теплую воду вы набираете из этого крана. Американский бренд Атланта специализируется на подобного рода, в том числе продукции. У него есть целая линейка водонагревателей, и принцип действия у всех один и тот же. Простой, проточный. Очень простой в установке. Мы просто устанавливаем либо вместо старого смесителя, где уже есть отверстие, либо просто в столешницу, либо просто, вы знаете, вот просто так сбоку на столешницу привернули, и все. Подключаем один шланг холодной воды, плюс подключаем все это дело в обыкновенную розетку евростандарта. Все. Дорогие длинный друзья, шнур. Да, шнур действительно длинный, но мне сейчас подсказывают, что это действительно последняя минута, мы вынуждены двигаться дальше. Вот вы сейчас видите у нас на нашей плашке номер лота, далее вы видите цену по цену, и вы видите номер телефона, звоните по этому телефону, делайте заказ. Самое главное, вот сейчас вот запишите номер лота 17456. Цена продлится до конца этого эфира. Мы сейчас переходим на другой лот, но вы дозванивайтесь и делайте свой заказ. Кстати, продано у нас 98 обогревателей. Кстати, вы можете приобрести и пополнить корзину не только этим лотом, и другими лотами. Платите один раз за доставку. Кстати, кооперируйтесь с друзьями, с близкими, с подружками. Кооперируйтесь, складывайте все в одну корзину и платите один раз за доставку. Продано у нас 100 обогревателей. 1990 рублей, дорогие друзья, в честь того, что у нас продано 100 обогревателей, наши продюсеры нам дают еще одну минуту.
браво! Звоните прямо сейчас, потрясающий водонагреватель. Забудьте про газовые колонки, забудьте про холодную воду, конечно же, и такие громоздкие бойлеры, которые сложно подключать, еще сантехник нужен. Вот, легко сама установила, достаточно бюджета. Да. Одна труба с холодной водой, один шланг с холодной водой, розетка 220, и все, у тебя вода теплая, горячая, где угодно, на даче. У меня у папы на даче был бойлер, да. Был бойлер, и вот честно тебе скажу, семья у нас, ну, небольшая, стандартная семья, 4 человека, мама, папа, там я, ребенок, приехали, а последнему человеку уже обычно не хватало воды. Это то есть вот всегда. Этот бойлер, сначала он полдня греется, несколько часов, потом там есть определенный объем воды, который все, объем воды вытек, и дальше нужно часа 4 ждать, этот бойлер нагреется. Вот, пожалуйста, у тебя через 3 секунды, максимум 5-10, это если вы замешкались, где-то там зазевались, у вас горячая вода в руке, вот в эти ладошки, вот так моментально. Вот. Ну, нужно какие-то секунды, не ну, надо секунду, все-таки. Не часы. Понимаете, не часы. Даже не минуты. Не часы, все-таки объем воды, который проходит сквозь нагреватель, это не десятки литров, а конкретный объем воды, он достаточно небольшой, поэтому достаточно легко справляется. Угу. Вот эта колба, где находится специальная спираль, которая управляется умной микросхемой, разработанной американским брендом Атланта, и вы за счет вот этого несложного для нас теперь уже проточного механизма получаете горячую воду в конкретный момент времени. Но и это еще не все, пока есть секунда, скажу. Вот у нас здесь есть специальные такие вот метки от производителя. Угу. Что это значит? Что мы это с вами значит? Экономим электроэнергию. Это очень-очень важно. Очень мы важно. Не тратим ее на нагрев бойлера. Да. Мы не тратим ее на нагрев того, что все системы. Мы просто греем воду. Угу. Поэтому это вопрос экономии. Угу. У нас с вами есть функция защиты от перегрева. Если все-таки вы слишком долго льете горячую воду, он сам отключится, у вас пойдет горячая, холодная. Вы еще раз, ну, дадите ему немного отдохнуть, включите его еще раз, опять пойдет горячая вода. Защита от протекания. Производитель гарантирует нам, что никакой утечки, уж тем более внутри водонагревателя, не может быть. Поэтому мы с вами имеем дело, так как это все-таки электрический прибор, и он взаимодействует с водой. Мы с вами видим гарантию от производителя. Кстати, гарантия есть внутри. Гарантия от производителя? Потрясающе. Конечно. Скажи, пожалуйста, максимальная температура 85 воды? 85 градусов. Скажи, у меня даже в городе, в городской квартире не нагревается вода до такой степени. Ну, и потом люди не любят совсем горячую воду, а если уж мы говорим с вами про такую теплую водичку, да, вы понимаете, что если вы чуть-чуть подогреваете воду, то у вас одно энергопотребление. Если уж по максимуму, совершенно другое. Поэтому на теплой воде можно очень долго жить и не переплачивать и за электроэнергию, и за воду в том числе, потому что кубометр горячей воды сейчас в помещении в нашем городском тоже стоит денег. Да, абсолютно с тобой согласна. Кубометр стоит денег, но в первую очередь, конечно же, горячая вода – это комфорт, это тепло, это забота о наших близких. Дорогие друзья, любите себя, любите своих близких, потому что теплая вода – это не роскошь, это просто-напросто необходимость, которая должна быть абсолютно в каждом доме. Неважно, в каком уголке России вы живете, неважно, где вы живете, установите вот такой вот обогреватель. Это обогреватель просто-напросто 21 века, должен быть абсолютно в каждой квартире. Кстати, продано у нас 178 водонагревателей горячей реки. Посмотрите, какая мощность, посмотрите, какая лейка, посмотрите, какой напор. Горячая вода до 85 градусов у нас нагревается за несколько секунд. Цена 1990 рублей, экономия 2000 рублей.